Если сказать, что я чувствую, то это я не могу описать одним словом. То есть я чувствую какую-то совершенно жгучую ненависть к Путину. Вот, абсолютно у меня такого не было. Состояние, когда все время хочется реветь и орать. И единственная возможность этого не делать, это что-то активно делать, активно помогать. Да, и вот после того, как началась война, я думаю, ну все. Пиздец, и что сейчас будет? Но это тоже как-то было такое состояние, знаешь, странное. Все-таки как-то было непонятно, что вообще сейчас будет, что происходит. А потом уже начали приходить там фотографии, еще что-то, видео, истории. Вообще это все стало очень реально. И как-то сидеть сложа руки было очень неправильно, ну, по-моему. Как раз в это время мне написал знакомый, который работал с «Помогаем уехать», когда они только там все начиналось. Я сейчас работаю в двух организациях, волонтеры, точнее. Я в одной организации я репетиторствую на безвозмездных началах. Я преподаю математику и английский язык детям, которые из войны не могут посещать школу. И еще я волонтерю в организации «Помогаем уехать». Это такое сообщество, которое координирует водителей и людей в Украине, которые находятся в зонах боевых действий, для того, чтобы вывести их в безопасные места внутри Украины или же в страны Европы. Да, мне очень интересно наблюдать за тем, как «Помогаем уехать» сейчас превратилось в одну из самых главных и известных проектов, которые, собственно, помогают уехать. Потому что когда я начинала, когда вот после того, как мне знакомый позвонил, там в звонке, в Zoom, нас было трое. Да, я, как это называется, председатель организации, которая называется Sunflower Care. Мы помогаем беженцам, людям, переселенцам с членами семьи с инвалидностью, в основном с детьми, также взрослыми. В общем, это люди, которым сложнее всего вписаться. И в этих школах открылись так называемые «Willkommensklasse» для молодежи, беженцев с Украины. Эти классы нужны для того, чтобы попытаться им дать представление о Германии, в частности, о Нюрнберге, то есть городе, в котором они живут, попытаться показать, какие специальности учат в школе и азы немецкого языка. А с другой стороны, моя задача – понять, что делать с этой молодежью дальше, то есть какое у них образование, что они закончили, сколько классов они закончили, к чему это можно приравнять, к какому образованию в Германии это можно приравнять, какие у них устремления, что они хотят дальше делать. Уезжать, оставаться. Уезжать такие тоже есть. Оставаться тогда что делать? Получать профессиональное обучение или учиться дальше в школе? Как они могли бы встроиться в эту жизнь? Вот что мы пытаемся помочь им сделать. То есть немножко адаптироваться к этой жизни. Это нелегко. So I also worked with the Ukrainian refugees on the main station in Prague. Я чувствовала, что нужно что-то делать. Я не находила себе места, у меня была какая-то внутренняя потребность делать что-то. Возле моего дома есть украинская церковь. Она находится буквально в 500 метрах от моего дома. Я просто пошла туда.
Я пошла туда почитать информацию, посмотреть, возможно, они как-то организовались с помощью, и я могу как-то помочь. Я пришла, там уже собирали гуманитарную помощь. Собирали гуманитарную помощь, я просто стала рядом и начала помогать. Начала помогать распаковывать, закрывать коробки, собирать. И там было очень много людей, очень много украинцев. И на коробках нужно было писать на украинском языке, что там находится. И так люди поняли, что я не украинка. Потому что мне нужно было писать на украинском, а я поворачивалась и начинала писать. Они видели, что я пишу неправильно. И одна женщина спросила меня, откуда? Ты не знаешь, ты не умеешь писать на украинском языке, откуда ты? И я сказала, что я из Беларуси. Эта женщина, она просто мне начала плакать, обняла меня и сказала спасибо. За день до этого на манифестации мы стояли с белорусским флагом. И люди с Украины, там было несколько человек буквально, которые начали высказываться в наш бок, говорить не очень приятные вещи, конечно, что «Вы белорусы, что вы здесь делаете? Зачем вы сюда пришли? Вы агрессор». Эта фраза «Вы агрессор» я слышала на протяжении всего этого времени. Не очень часто, но она попадалась, ее часто говорят нам. Я тут устроила маленький скандал по поводу того, что русский флаг был, а украинского не было. Ну, в общем, все исправили. И он даже в двух местах. И написано, видите, и по-русски, и по-украински. Привет и привет. И когда стали организовывать велькоменс-классы, и меня спросили, есть люди, которые могли бы там работать, я обратилась к двум своим подругам. Они обе из России, одна из Томска, другая из Питера. И они... абсолютно четко осознавая свою позицию людей, которые против войны и желающие победы и сил Украине, они сказали, мы хотим. И Лариса, которая работала в туристическом бюро, она пришла работать в этот велькоменс-класс, потому что ну, в этом ее отношение к войне проявилось. Я приглашаю по возможности интересных людей, которые могут поделиться своим опытом жизни в Германии. Вот я пригласила мою подругу Елену. Она им рассказывала о профориентации. Я хожу с ними в музеи. Я собираю их документы. И так далее. То есть вот всем этим я пытаюсь их подружить. Потому что это здорово. Они живут все разрозненно. И у них появились... в окружении такие же их одногодки, с которыми они могут дружить. As I think you know, I am a diacon of Catholic Church. I work with Caritas Rome, and especially in the southern area of Rome. Caritas has been engaged to care Ukrainian refugees. Ну, можно так сказать, что в моей прошлой жизни, когда я там 20 лет назад жила в Америке, я получила такую профессию доулы, то есть такой компаньонки, которая не является там ни доктором, ни медсестрой, ни акушеркой, но которая сопровождает женщину в родах. И давным-давно я уже эту профессию оставила, но так получилось, что она мне пригодилась вот сейчас. Ко мне обратилась украинская волонтер, которая искала как раз вот помощь в этой области. Молодая украинская беженка должна была родить, и она нас связала. И эта украинка по имени Алена обратилась ко мне, мы с ней должны были встретиться, договорились о встрече. Я собиралась ей сказать, что, к сожалению, сопровождать ее в родах не смогу, потому что ну, у меня очень такой плотный рабочий график, и, в общем, я никак не предполагала, что это получится. И вечером, накануне назначенной встречи, когда я собиралась ей сказать о том, как здесь все происходит, с этим обстоят дела в Италии, помочь, может, выбрать ей больницу, роддом, она мне позвонила ночью с словами, что у нее начались роды. И я к ней поехала в гостиницу, я до этого никогда в жизни ее не видела, мы не успели познакомиться лично. Забрала ее, отвезла в больницу и в результате сопровождала ее. Когда началась война, у нас не было растерянности и не было вопроса, что делать. Большинство белорусов знало, что делать.
знала, куда идти, куда обращаться. Поэтому очень многие начали общаться через нас, начали спрашивать какую-то информацию через белорусов, потому что у белорусов уже была очень большая база, они знали уже очень много информации. Там еще очень смешно было, потому что я состою, значит, в телеграм-канале переводчиков, и нас там человек 60-70, если я правильно помню. И каждый раз, то есть, туда присылают какие-то задачи, там вот нужно перевести вот то, еще 5-10, там тот язык. И надо очень быстро ответить, что я возьму все это, иначе вот очень быстро забирают задачи. Это тоже очень весело. Вот я тоже сижу, каждый раз смотрю и нажимаю быстро. О, смотри. Fuck war, между прочим. И перевернутая пацифика. Просто хочется помочь сразу всем, естественно, и спасти всех, но технически это невозможно. И как-то стало быстро понятно, что это самая уязвимая часть населения. Это люди, которые сами не могут добежать, влезть, растолкать, выбить для себя что-то, они просто технически, физически этого не умеют. И мамы заняты не тем, чтобы выжить самим, а тем, чтобы помочь детям. Изначально это было в основном, были в основном семьи с детьми. Много семей с невидимой инвалидностью, дети-аутисты. Когда их поселяют в лагерь, их селят в лагерь, поскольку, ну, выглядит нормально, что? Они абсолютно не приспособлены, им невозможно нахождение в скоплении народу. Вообще, я работаю в организации, которая даже образование, оно продумано для людей с ограниченными возможностями. И, конечно, ЦЮД, вот Крислихи Югендорф, молодежная христианская деревня, она не могла не откликнуться на это, поэтому сейчас один из наших филиалов в Берхтесгадене, они сделали такую, ну, такое общежитие и все устроили. Вот сейчас они борются за то, чтобы такой отдельно сделать лифт, потому что есть люди с колясочники, чтобы можно было там им все было доступно. И уже несколько семей вот в этом, в Оберау, в Берхтесгадене уже приняла христианская деревня. Но самое долгосрочное – это семьи с детьми с нейроотличиями, например, с аутизмом, с эпилепсией, которым требуется развитие на им привычном и понятном языке, терапии, психологи. Этого всего катастрофически не хватает. И это вот, как я вижу, наша следующая цель, на которую просто сейчас физического нет ни времени, ни возможностей. Но мы очень хотим как можно скорее этим заняться. И даже планируем уже какие-то проекты. Слушайте, учеников сейчас в Украине тоже находится. Один ученик из Мариуполя, и он сейчас в Санкт-Петербурге. Я сейчас не знаю, конечно, подробности, как он туда попал, но учитывая, что все вот эти вот новости про фильтрационные лагеря и про то, что вообще в Мариуполе происходило, я боюсь предположить, что там, конечно, была какая-то трагическая ситуация. Зачем на самом деле я это делаю? Но у меня один ответ только, что мне тоже больно. Я чувствую эту боль. Я не знаю, я не могу сказать, что я чувствую ее так же, как чувствуют украинцы. Я не могу об этом говорить, потому что я нахожусь в других условиях, у меня другая боль. Я никогда не была в Украине. Но то, что сейчас происходит там,
она приносит мне боль. Я чувствую бессилие от того, что весь мир не может с этим ничего сделать. То есть иногда мне кажется, что можно было прекратить это вот... Ну, это, конечно, абсолютно мои ощущения персональные, что можно было это прекратить вот в 2 недели. И, скорее всего, это не так. Но мне хочется в это верить. И мне... Я не могу сказать, что мне стыдно, что я русская. Нет, мне не стыдно, что я русская, потому что моя национальность или мой язык вообще к этому не имеет никакого отношения. Я не буду сейчас говорить в глупости, что русские есть хорошие, плохие, всякие. Это действительно так, но мне не стыдно. У меня не было такого чувства. Но за что мне действительно стыдно, что это вытворяет моя родина. То есть то, что происходит, и то, что источник вот этого всего кошмара, это моя родина. И мы поженились, когда нам было 22 и 21. Да. И, в общем, нет, да, я выучил его благодаря Ане, кстати, когда мы встретились. Я там, первый год мы говорили с ней по-английски, а потом я как бы ее заставил со мной говорить по-русски и, в общем, постепенно как-то освоил русский язык. Вот так. Практически на слух. На слух, да. И когда это все произошло, на самом деле, несмотря на то, что я этого как бы и ожидал, я почувствовал страх, я почувствовал очень такое ощущение, мне на самом деле не очень приятно, это гнев. Гнев по отношению к России, гнев по отношению даже к российскому народу, потому что как они могут допустить, чтобы эти абсолютно как бы бандиты, преступники, во главе которых находится Путин, как они могли вообще за столько лет после распадения Советского Союза не понимать, что надо все-таки избавиться от таких людей и нужно развивать Россию как нормальную, демократическую, свободную страну. Поначалу порыв такой, всех принять, ну, знаете, когда чужие люди у тебя в доме живут, месяц, два, три, это непросто, ну, все непросто. И легче сказать... Нет, ну это же не может продолжаться вечно. И вот вроде как будто бы уже сами украинцы становятся виноваты в том, что они все никак не победят. В общем, есть такое. Ну а немцы тоже, знаете, и пропаганда русская, и усилия сказываются. Тут недавно совершенно моя ближайшая подруга немецкая, Эйфа, она мне сказала: слушай, ну что, Зеленский, ну уже отдали бы не Путину то, что он просит. Я сказала то, что бы сказала моя дочь: фрау Бадер, а давайте отдадим Баварию Путину. Не, ну там примерно столько же уже он захватил, вот как Бавария. Ну вот он скажет: я хочу Баварию. И я у нее еще спросила: фрау Бадер, а Германия бы билась так за Баварию, как Украина за свои земли? И она замолчала, она не знает. Позиция РПЦ, ну, официальная позиция, она позиция Путина, поэтому они одинаковые позиции. Я подписал, и было сотни священнослужителей, в основном находясь на Западе, и не обязательно московские священнослужители, то есть Московского патриархата, но разных церквей православных. Целое такое как бы объявление, письмо о том, что позиция так называемого русского мира, который является неким оправданием всего того, что происходит на Украине, в чем-то абсолютно еретическая, она чужа православному богословию, православному учению.
я абсолютно не согласен с тем, с той позицией Московского патриарха. Я, значит, вызвалась волонтером оставить у себя эти плакаты, которые мы делали вот для первых. И вообще, вроде как, единственных манифестаций против войны в Риме. Вот это было где-то в марте, вроде, в начале. Вот. И вот они тут лежат, потому что ничего больше никто не устраивает, к сожалению. Но хотя бы вот как украшение. С другой организацией, например, в которой я тоже помогаю, мы создали это пространство Safe Space, то есть безопасное пространство. Раз в неделю куда-то приходишь, ты откладываешь телефон, ты разговариваешь с людьми, и действительно, в основном это беженцы, но там никто не говорит о боли. Людям не хочется поднимать эти темы. Людям хочется просто поговорить о жизни, поговорить о том, какие перспективы их ждут, какие у них возможности, что жизнь все-таки возможна, несмотря на, да. И я прекрасно знаю, что у этих людей остались родственники, они погибают, но нужно найти, нельзя оставаться там, потому что нужно найти в себе силы продолжать жизнь. Не как будто ничего не происходит, но найти в себе ресурс, чтобы быть активно полезным для других. Ну, это мое мнение. Personally, I felt astonished from a war in Europe. We remember in Italy very well the war in Yugoslavia, but it was very hard, but quite different. In this case, it's really a war from two different states. We had some days of time to understand what's really happening, and when refugees started to come, we were not completely ready, but mentally settled mm-hmm. for this. And it has been very strange because normally we don't receive European refugees. Mm-hmm. when I say European, I say that are people with strictly near to us from the cultural point of view, Christians like us, European in every sense. Конечно, близость все-таки это совсем Европа, совсем близко для них. Ну, в общем, и до этого украинцы, они воспринимали их как такую вот, в общем-то, часть вроде бы России. Часто меня спрашивали, русские откуда? С Украины? Ну, то есть до войны. Я говорила, ну, нет, из русской, из Москвы. Они не очень понимали вообще, где находится Украина, где, какое она имеет отношение. Они слышали о России, Украину, не все там, особенно люди попроще. Но теперь они уже хорошо стали разбираться, где находится, и чем больше они смотрят на карту, тем больше они понимают, что это вот совсем здесь, это соседи. Совсем близко. А то, что это люди, с которым им есть о чем говорить, конечно, это, в общем, помогает им еще больше прочувствовать весь ужас происходящего. Вот когда были картинки из Берлина, я думаю, ты видел их, казалось, что весь Берлин вышел вообще, там миллионное шествие. В Нюрнберге очень были большие собрания в поддержку Украины. А сейчас как? А сейчас нет. Сейчас, если выходят, то в основном это те, кто здесь уже приехал, беженцы. Ну, я не знаю, где мне где-то попалась такая замечательная статья, чей-то пост, вероятно, что беженцы, они вот как все люди, они все разные. Есть беженцы, которые, ну, такие патриоты, которые сами пойдут волонтерствовать, которые сами потом следующих будут принимать, которые будут работать вместе с этими людьми. А есть беженцы, вот как бабушка у подъезда, и все плохо, и это не додали, и сюда приходится в очереди стоять. И когда, ну, немцы слышат вот это постоянное недовольство, я понимаю, ну, что им это не нравится. Ну, вот правда, там ведь не отбирали, что мы принимаем только хороших беженцев, настоящих патриотов Украины, мы принимаем только честных, порядочных, благодарных.
мы принимаем всех. Все равно где-то в душе ты понимаешь, что после того, как начали бомбить Киев, ничего не встанет на свои места, но ощущение такое было. И у людей, которые сюда приехали, мы от него уже избавились, от этого ощущения, а очень многие, которые приехали сюда, украинцы, они от него не избавились. Они ехали на 2 дня, они как на прогулку многие, но навестить там своих родственников у кого-то, ну посетить Германию, посмотреть на Германию, просто сбежать на время вот от этого какого-то ужаса. Ведь те, которые, вот самая первая волна, они видели бомбежки, но они не видели последующего ужаса, который происходил. И они думали, ну от этого надо сбежать, надо увезти побыстрее детей, надо самим отсюда сбежать. Ну вот мы, раз такое случилось, мы навестим Германию, мы посмотрим Германию, там посмотрим Францию, посмотрим Италию, Швейцарию и так далее. И ну, через неделю, ну через месяц максимум мы вернемся, все закончится. Я думаю об этом очень много, и я понимаю, что и война кончится не скоро, к сожалению, к великому, и история беженцев, украинцев, она на очень-очень долгое время и еще вперед будет продолжаться, а люди не готовы были к этому, и вот это вот, наверное, самое сложное. Да, у нас был такой великолепный праздник. Мы решили собраться, устроить большой гриль в саду и сказали, каждый приходит со своим украинцем. Но у нас оказалось, что у каждого, причем у каждого, у кого-то этих украинцев, ну вот как у нас было уже к тому времени 12 наших украинцев, которые конкретно к нам приехали. Я не знаю, сколько украинцев приехало. Так, по-моему, Юля привела 9 человек. Юля 9 человек, ее муж привел еще 5 человек, потом, ну, Наташа. Это, и мы всех собрали просто у нас в саду, чтобы люди увидели друг друга, познакомились, может быть, подружились, чтобы у них не было ощущения, что мы здесь одни. Все пропало. Нет, мы все время говорим, ребята, мы здесь рядом, мы готовы помогать. Those people we have seen were very disoriented and need socialization. So also if we could offer a field to play for children, for boys and girls, or a room to meet, or the church to pray, so to give a sense of normality. And this war, I guess, showed up that the ordinary Russians, the ordinary Ukrainians, and the ordinary Europeans are pretty nice people. I think that it concerns probably all European and world governments have some responsibilities, in a sense or in another. Obviously, for me, is incredible that two nations today in Europe start a war to solve problems. И это просто очень больно. Просто как человек, это очень болезненно, потому что казалось бы, что мы уже живем в таком веке, где и во время которой уже войны не должно быть. Wars simply should not exist. We believe that after Second World War in Europe the lesson was so hard that no new war can happen. Then we had the Yugoslavia situation, now we had this other situation. So war should not exist, but it's always a real danger. And the Russian-Ukrainian war shows up where Europe is heading on, and it scares me. It scares me a lot. Part of the
Russian imperialism is probably enabled by Europe not caring about the ordinary Russians. And the dynamics is so visible. Like, we will care about Russians once they will be Democrats as we are. And you're like, but the living standards of Russia are completely different. You cannot compare middle class from Benelux to working class in Chelyabinsk. You cannot. It's ugly. And it's ugly to say someone, oh, I will care about your life once you will live a life as I do, once you will have opinions about the world as I do, while me being in a supreme position. С начала войны здесь, в Германии, я попытался, естественно, оказать максимальное содействие украинцам. Обратился, поскольку у меня довольно большие связи после предыдущих акций с политиками, и мне сказали, что правящее крыло, та часть коалиции и та часть крыло правящей партии СПД, коррумпировано или что, не противодействует поставке оружия. Поэтому мы организовали здесь, возле Бундестага, между Бундестагом и Бундесканцлерамтом, акцию, и где показали два возможных пути Германии. Путь номер раз, путь к поражению, это путь тот, которым следует сейчас Германия. И вторая дорога, второй путь, да, это путь к победе, где Германия будет поставлять оружие, где Германия выйдет в конечном итоге в авангард стран, которые победили коричневую российскую чуму вместе с Украиной. Наше основное и единственное требование – это, конечно, поставка оружия, тяжелого вооружения Украине. Это самое главное, что позволит Украине выиграть эту войну. Не прекратить ее любой ценой, а именно выиграть войну, потому что только это будет залогом безопасности в Европе. Ну, я же один плакат закрыл. Какой? Что В этом году конфликтов у нас вроде бы каких-то таких провокаций не было, разве что у нас там стоит Путин, в него плюют каждые 15-20 минут, я сейчас напишу объявление, пожалуйста, не плевать. Я хочу здесь писать, вот сейчас мы его повесим, сколько вчера было убито солдат украинских, ни за что и мирных людей. Вот это вот, как бы такая вот... Она будет круглосуточно висеть у нас, с подсветкой, безусловно. Вот, то есть, чтобы показать серьезность и вот то, что эта война, вот она, ребята, она здесь. Она просто здесь. Сегодня в 7 утра вышел из палатки, я же здесь ночую, закурил сигарету, кофе. Останавливается черный лимузин, опускается стекло, физиономия Шольца, он посмотрел на нашего мистера Путина, поднял стекло и поехал дальше в освоясь. Он в 40 метрах отсюда. Города Санкт-Петербурга, и с апреля этого года я начала помогать беженцам на Банхофсмиссион на вокзале Франкфурта. Вы
Банхофс Миссион – это организация, которая исходно помогает людям, попавшим в беду на вокзале во многих крупных городах Германии. Но, соответственно, с февраля одной из главных задач Банхофс Миссион стала помощь беженцам из Украины, которые прибывают на поездах, автобусах и самолетах непосредственно во Франкфурт. И Банхофс Миссион – это тот первый исходный пункт, откуда начинается их регистрация, получение жилья и все дальнейшие процессы касательные документов. На территории всего вокзала стоят вот такие таблички-указатели, где на украинском и на русском языке показано направление движения в сторону Банхофс Миссион. Таким образом, беженец уже видит, куда ему направляться за помощью. И мы подходим к двери, которая ведет непосредственно в пункт приема беженцев. Задача волонтера прежде всего сопровождать перевод, сопровождать разговор украинца и сотрудника переводом. Также мы помогаем купить билеты на транспорт, на поезда преимущественно. Наша главная задача – это облегчить беженцу момент прибытия в Германию. Это всегда непростой период, особенно в той ситуации, в которой оказались беженцы. Поэтому наша задача – облегчить, объяснить все, что непонятно, тем более все на иностранном языке. Мы направляем беженца дальше. И наши волонтеры стараются быть в здании Банхофс Миссион круглосуточно, чтобы хотя бы один человек был постоянно. Многие отважные мои коллеги берут ночные смены и дежурят на вокзале в ночные часы. Таким образом, люди, которые приехали поздней ночью, тоже не оказываются без помощи и всегда встречаются с сотрудниками теплом. Эти события потрясли всех, и меня в том числе. И такое понятие, как вот коллективная ответственность, особенно давило на меня и на многих людей из России. Вот, поэтому, чтобы для себя как-то эту коллективную, не то что вину, но коллективную ответственность как-то облегчить, искупить, мне очень хотелось сделать что-то, что могло бы помочь людям, которые пострадали, и могло помочь мне и сделать меня участником событий и человеком, который может на что-то, хотя бы на что-то повлиять. Сколько тебе было в 1999 году? Минус 4. А что такое? А?
Давай вот так откроем. Это ее снимешь. Можно деньги? Давайте только вместе. Тут она уже большая. Она слишком большая. Пожалуйста. Поэтому, когда они переезжают сюда, реакция их на помощь со стороны россиян от нейтральной до максимально позитивной помогает им как-то увидеть свет в конце тоннеля, что ли, какое-то благополучное разрешение и выход из всего этого кризиса под названием война. Я не шагал. Я даже звуки слышал сразу, что стреляли. Как раз когда вот эти поезда задержались на 9 часов, потому что перебили какую-то линию передач. И просто поезда встали, их там тепловозами тянули сюда, обалдеть. Люди тут просто, народу было, они все здесь ночевали ночью. Все было в людях. Куда стрелять? Потом вот летят, да? Наверх направо. Ну, у нас вот, посмотрите, когда вот Навальный вернулся 23 января, вот у нас в Иркутске самый большой митинг был, человек. Всегда собиралась так. Вот первые митинги Навального были, там 1000 было, 1500, 2000. А потом были, короче, 200-500 человек так выходило. Ну ни о чем вообще. Когда вот после 23-го, когда он вернулся, его задержали, просто там 6000 мы насчитали. Просто 6000 по городу они потом так лютовали, эти менты, ФСБшники. Один раз нам написали, что у нас там парней задерживают около торгового центра. Мы пошли туда, типа, посмотреть. Я такую камеру включил, просто такое, ну, чтобы зафиксировать. И они, эшники, узнали, у меня куртка такая бирюзовая была, и он там ходил, типа, он идет такой, вот этого бери, типа, а я с камерой, и они просто лютовали, просто в землю, в снег, лицом такие, дуф, телефон такой выхватывает у меня одной рукой, второй, короче, ложит, и все. Типа, вы что там, начал, короче, бычить, вы что там, это, не поняли, что вы тут делаете, типа, для чего вы тут делаете? Ну, всякое такое начал рассказывать. Нет, я говорю, а что мы сделали такого? Ничего не было такого. Ничего не понимаете, все нас владело. Это настолько дико. Вообще это настолько. Еще наручники на меня надели, они пятером стоят такие. На утреннюю смену где-то с 4 утра до 12. Это поезда в основном идущие из Украины и люди, бегущие оттуда, которым нужно помочь сориентироваться, помочь разгрузиться. В основном это женщины и дети с большим количеством сумок. Что, вы там чуть не остались? This group, the RFU, it stands for Russians for Ukraine, and it's about all the Russians who are against what happened. Yes, but we are here to help. We are volunteers. Yeah, yeah, and that's what we do, despite the prejudice and being basically saying we are proud to be, well, I'm not Russian, I'm Ukrainian, but well, these guys are saying we are Russians and we are against it and we want to help and show that not every Russian is bad. Последний. Я Ивана не вижу. Сели. Пускай пешком идет туда. Более наглядно. Ну а флаг, будем надеяться, что это будет флаг будущей свободной России. Честно говоря, это первый флаг, к которому у меня какое-то такое
трогательное чувство, флаг тот, под которым хочется жить, и хочется, чтобы в будущей России был именно он, и та Россия, в которой хотелось бы растить детей. Животные ходят, оказывают посильную психологическую помощь нашим волонтерам. Это новоприбывшие. Собака есть сейчас. А, вот. Он главный собачий волонтер, который работал в пункте с беженцами Теска. Его гладили дети, сейчас ее гладят волонтеры. Она им помогает в том числе справляться со стрессом. Вот тут дети какие-то ходят. Тоже юные волонтеры. Это Андрей, улыбнись. Опять какие-то дети. Тоже, по-моему, мои. Эмма, привет. Ну и главное наше место общения – кухня. Тут люди сидят, едят, общаются, играют в шахматы, обсуждают текущую повестку. С тобой никто не играет, вечером сыграет. Почему флаг оторвался? Потому что скотч – это клейкая лента. Клейкая лента, но у тебя есть какие-то другие средства. Там же крючочки. Короче, я с нами полка. Вот наш резерв спальных мест, палатки, соответственно, тут можно поместить еще минимум человек 10 в этих палатках. Вот ребята нам отдали автодом, трейлер, в котором тоже живет семья. И у нас еще довольно большое, довольно много места для того, чтобы здесь расселять. Вон у нас вишня поспела. Вишня кислая, правда. Но хоть что-то. Так что живем натуральным хозяйством, растим редиску, вишню. Вон еще какая-то непонятная, какой-то непонятный фрукт. Черешня. А ты сам где живешь? Я сам живу в палатке с детьми. Сейчас, которые ко мне приехали на часть летних каникул из Варшавы. Палатку я вас не поведу, там бардак. Ну, как-то мы решили, что на свежем воздухе с детьми интереснее какое-то приключение. Опять же, я уже успел пожить во всех комнатах, меня постоянно беспардонно переселяют из одного места в другое. Не успеешь оглянуться, и твои вещи уже перенесли. Вот. Но ничего против не имею. Так что здесь мы и живем. Довольно уютное место, очень приятная деревня. Когда я приехал в Испанию, в Малагу, я как раз попал, там было начало католической Пасхи, и меня автобус не довез до квартиры, где я должен был ночевать. Меня высадил автобус в центре города с чемоданом, пробирался сквозь толпу возбужденных там счастливых, веселых людей, и на фоне постоянных воздушных тревог в Одессе, откуда я только что приехал, да, где там по 10-15 воздушных тревог в день. И видеть это беззаботное все существование в Европе для меня, конечно, было очень сильным шок-контентом. Я к этому до сих пор не привык еще. И вот сейчас, когда мы разговариваем, да, и здесь реально слышны сирены воздушной тревоги из-за границы с украинской стороны. Вот недавно были серии обстрелов по даже самым там далеким областям Украины с территории Беларуси. Вот. И в это же время сейчас вот буквально через дорогу в соседнем доме у людей какой-то праздник там лично, да, там музыка играет, дети кричат, смеются, веселятся. Хотя до территории страны, где идут военные действия, буквально, ну, 1 километр находится, 10 минут пешком. Up and down over 180 suitcases. 180? You are them. You post that. It's overall, 180? Yeah. Overall for the 2 days. Serge. Let's say 30 kilograms each, right? Yeah. Roughly. So over 2 days, Sergei and I, we carried probably over 300 cases. Yeah. Он поедет вместе с вами, будет переходить.
именно? Ну, то есть вы просто пустой прицеп. То есть мы едем с прицепом. Вы едете на прицепе до границы. Вот, мы до границы едем на прицепе. Я понял. Границу пересекаете на своих четырех, да. И потом грузите, а потом вот дальше. Это одна из машин, из пары десятков машин, которые у нас через нас провозят в Украину, отправляют потом для территориальной обороны. Работает это так, что к нам их привозят со всей Европы, из Британии. Они остаются у нас какое-то время, мы потом перегоняем, либо их забирают люди из Украины. Из Украины? Угу. Да еще? Сдаваться. Либо хочешь, ты можешь вместо меня поехать. Куда? В Украину? Понимаешь, я же не могу. Ну, в смысле, до Украины, да я тоже не могу. В смысле, до границы. А, до границы, да, могу, да. Почему было так много вчера людей? Почему так много людей должны были в этом быть задействованы и так далее? Потому что есть люди, которые занимаются организацией этого со стороны Украины. Есть мы, которые занимаемся организацией этого, помощью организации со стороны Польши. Есть перегонщики, которые могут пересекать границу, есть наши водители, которые могут тоже пересекать границу, но не все владеют, например, русским для общения с пограничниками, некоторые водители не владеют ручной коробкой передач, потому что это американцы, поэтому у нас большая группа людей была в этом задействована, мы ехали на двух машинах, автовоз вез этот джип, я вез двух американцев, один из которых может рулить машиной, другой, который может разговаривать по-русски. Ну и я, соответственно, их ждал с той стороны границы для того, чтобы они потом, для того, чтобы их забрать, когда они эту машину перегонят. На самом деле, кроме нас, которые здесь находятся в Европе, более-менее безопасности, в России есть группа волонтеров и немалые группы, которые работают для вывоза насильно эвакуированных, насильно перемещенных лиц с востока Украины. Мы с ними взаимодействуем. Это отличные ребята, которые вызывают искреннее восхищение тем, что они в не самых безопасных условиях, то есть в условиях российской автократии, и в состоянии войны занимаются помощью украинцам. Любой человек, который пишет в социальной сети «Я против войны», который выходит на улицу со знаком «Пацифика» или тем более с большим плакатом, этот человек фактически идет осознанно в тюрьму, в полицейский участок. Он, если с ним ничего не происходит, то это скорее... может быть, повезло, или не пришло время, или еще что-то. То есть любой человек, то есть любой голос, который вы слышите из России, это не просто какой-то голос, может быть, недостаточно жестко говорящий, что они там не поддерживают войну, и давайте придеремся к чему-то. Нет, каждый такой голос — это голос человека, который готов пойти на плаху, который готов за это сесть. Да, при этом я согласна, мало таких голосов, может быть, недостаточно, все равно несравнимо с тем ужасом, который происходит в Украине. Это правда, да. Но все равно не надо забывать, что это голос из страны, где много лет подряд людей сажают, выгоняют, дискриминируют, пишут гадости на их дверях, пишут о них доносы, некоторых убивают, некоторых травят, может быть, не убивая, но все равно причиняя ущерб здоровью. И все ходят, те, кто что-то делают, в общем-то, под этим вот дамокловым мечом, что с ним может случиться что-то плохое. До какой степени плохое, они не понимают, но понимают, что, в общем, до значительности. Через 600 метров поверните направо.